Так, вот принесли мне вот такой редуктор, или как она, коробка называется, от мотоблока Нива, или Нива. В общем, вылетает первая скорость. Я вот уже вскрыл ее. Так, сейчас я открою. Я Вадим. Нравятся мои ролики? Ставь нравится и подписывайся. Поехали. Так, вот так вот устройство все это. Так, ну сама коробка, вот она здесь. Это уже передающее число на привод, на колеса. И здесь обнаружил я, короче, вот так вот стоит. Ну, вот так вот будет шестерен стоять. И что у нас коробка, вот она включена у нас, первая скорость. Что она здесь у нас цепляется прям вот краешками. И вот краешки вот эти вот сточились у нас. А должна вот так вот входить зацепление. Это, в общем, была вот эта вот скоба опущена, ну, сдвинута вот в эту сторону. И не до конца у нас включалась скорость. Поэтому и зацеплялось его краешком, и поэтому вылетает. Так, сейчас снимем цепь вот эту, вытаскиваем вот этот вот вал, сдвигаем сюда и снимаем цепь. А, даже вот всю полностью систему вот эту вот сейчас снимаем. Так, теперь снимаем вот эту. Так, вот шайба. В шайбе вот здесь вот даже выработка есть. Это можно ее потом перевернуть, попробовать. Так, так. Так, и вот они у нас шестерни первой передачи. Вот она, угол весь сточенный. И здесь тоже угол весь сточенный. Вилка у нас здесь целая. Вилки выработки нету. Все хорошо. Ну и шестерни все остальные, все целые. Вот только проблема вот в этом. Ну, я сейчас хочу попробовать сделать, как раньше делали на мотоциклах. Система такая же. Вот эту часть болгаркой сточить маленько под конус вот сюда вот так вот. Чтобы когда при зацеплении ее наоборот сюда прижимало вот так вот. Так, в общем, вот так вот зажали в тиски. И вот эту сторону, где у нас сточено, вот так вот сейчас болгарочкой маленько здесь с краю чуть-чуть, и туда поглубже уже побольше возьмем. Ну вот, в общем, чтобы вот так вот получилось, вот под таким наклоном. Даже это многовато, наверное, будет. Ну, я думаю, нормально будет. Все, и так сейчас все стороны на этой шестерне. И здесь также на этой шестерне. Также вот эти вот стороны тоже подточить. Так, ну, в общем, вот так вот у нас получилось. Вот здесь вот так вот сточили угол, здесь вот.
Здесь. И на этой шестерне также у нас обратная сторона. Все, и теперь он при зацеплении у нас будет вот так вот под конус. При нагрузке оно будет наоборот сюда поджимать. Все, сейчас собираем все обратно. Вставляем шестерню в вилку. Вал пока до конца не вставляем. Нам нужно еще одеть звездочку вот эту вот. Одеваем ее сразу на цепь. Можно вот так вот сделать. Вот, и вставляем вал. Все, вот так вот в подшипник все вставили. И шайба у нас здесь вот у нас где стерта, это внутренняя часть, а обратная сторона упор идет по краю. Мы эту шайбу сейчас перевернем вот так вот. Вот так вот поставим выработкой сюда. И здесь будет край у нас упираться в корпус. А здесь целая у нас сторона будет шестерни. Так, и нам надо сразу вставить вот эту всю часть. Так вот. Так, и теперь надо отрегулировать нам. Так, вот у нас первая стоит. И вот видно, что так вот шесть не поднимется, что зацепление опять у нас самые-самые уголочки. Выставляем. Так вот, вторая, это нейтральная. Вот, а нейтральная у нас сразу идет, включается вторая передача. Включаем на вторую, и у нас шестерня уходит ниже вот этой шестерни. Вот, они должны быть на одном уровне стоять. Ослабляем вот эти вот два болтика. Так вот, выставляем на вторую передачу. И вот эту планку поднимаем, чтобы у нас вот эти вот шестерни совпали, ну, на одном уровне стояли. Ну, вот так вот. Все, и затягиваем. Все, крутим вал. Вот у нас первая передача. Сразу видим, что у нас здесь все до конца прям стало. Вот на уровне будет. Это первая. Потом идет нейтральная. Прокручиваем. Вот все, у нас теперь нейтральная есть скорость. Ну, это между скоростями. Все, вот вторая. Потом опять идет нейтральная у нас. И задняя скорость. Так что вот так вот. Все, вот нейтральная. Все, собираем. Сейчас первый не улетает. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.